В городе Воронеж есть кафе «Энигма». На Университетской площади был проведен рейд в связи с тем, что здесь ставят постоянно систематические металлические препятствия, которые препятствуют парковке транспортных средств. Мы здесь провели рейд, приехал непосредственно участковый, составили заявление, обращение. Металлические препятствия там на месте, на тот момент они убрали, пообещали, что ставить больше не будут. Что мы теперь имеем? Пришел ответ сначала от управления транспорта, что они передали в управу. Управа передала в ГИБДД. ГИБДД непосредственно предписала. Давайте я лучше зачитаю, что ГИБДД мне ответила. Ваше обращение по вопросу ограничения парковки автомобилей около дома 1Г по Университетской площади рассмотрено. При выезде на место 15.05.2015 года установлено, что около дома 1Г по улице Университетская площадь находились металлические конструкции, ограничивающие парковку транспортных средств. Сотрудник ООО «СКИФ-М», установивший вышеуказанные конструкции, привлечен к административной ответственности по статье 12.33 КОАП РФ. Директору ООО «СКИФ-М» выдано предписание на демонтаж металлических конструкций, ограничивающие парковку транспортных средств. В ходе контрольной проверки 15.05.2015 года металлические конструкции с проезжей части дороги около дома 1Г по Университетской площади демонтированы. Начальник ОГИБДД Дмитрий Олегович Сафонов. Но по факту, что мы видим? ГИБДД нам пишет, что данные конструкции устранены, и они контрольный выезд сделали. Реально, они просто начихали, наплевали на данное предписание. Что получается? Я не пойму. У нас мэр не справляется, либо управа, либо они просто наплевали на предписание главного гаишника города Дмитрия Олеговича Сафонова. Получается, вы у себя даже под носом навести порядок не можете. Ну, мне кажется, вам должно быть просто стыдно. Я думаю, вы должны что-то сделать для того, чтобы все-таки здесь навести порядок.